Ярмарка «Ваша дача» в Экспо Одинцово встречает посетителей уже на улице. Перед входом разместилось настоящее клубничное королевство, где представлено 40 сортов этой сладкой и ароматной ягоды. По соседству – луковицы георгин, лилии и лука, привезенные из Мурома. Разнообразные растения можно найти и внутри выставочного зала. Здесь туи, самшит, груши, яблони и розы из Тамбова, пионы, камелии и ежемалина из Вологды, рассада петунии, виолы и бархатцев из Одинцова. Заядлые огородники найдут на ярмарке нужные садовые инструменты. Представлен большой выбор секаторов, лопат, тяпок. Есть рыхлители «Тигровая лапа» и ручной культиватор «Торнадо». Инновационные экогрядки помогут растениям выдержать морозы и действие ультрафиолета, а тепло в доме обеспечит экономичные инфракрасные обогреватели. Дачным дизайнерам придется по душе садовая керамика из Скопина, а хозяйкам уникальные разделочные доски из искусственного камня от одинцовского производителя. Также на ярмарке представлены авторские пасхальные сувениры. Ярмарка по адресу улицы Маршала Неделина 2 будет работать по 25 апреля с 10 утра до 7 часов вечера. В заключительный день до 16:00. Наталья Гончарова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».